Ну, а теперь второй квест, который мне дали в слоге. Убить мутантов. К чертовой матери вот здесь. Я их тут убивал уже, по-моему. Сейчас это будет сделать проще. Я делаю, лишь сначала прицелиться. А елки придурочные, куда ты лезешь, блин? Все лезет. Кстати, может лучше стало целиться. Дыхание задерживается, то вообще тихо. Раз. Ну, конечно, не бог знает что. Вот чё он все падает, а потом живой. Ты что ж такое? Ты уж помирай-то, дружок. Ну-ка, а как этот надо испытать? Хорошо. Живой еще. Так. Спрятался, скотина. Вот хочется в такие минуты иметь прокачанное умение пользоваться тяжелым орудием и засадить туда какой-нибудь там. Ну и что-то так и будешь лежать и засадить туда какой-нибудь мини-нию, блин, в наглую харю, елки. А че я не взял-то? Ну да, мало, конечно. Все равно, ботл кап тоже. Так, че тут еще два? Ну-ка так, тихонечко, если. Тихонечко. Ничего, все тихо. Живой еще этот. Да, о, так, уделал я этих. Что я там на пальце? Уделал всех этих. Можно идти сдавать задачу. Трупешника. Не вижу трупешника. О, минуточку, нафиг мне трупешника, тут сундук. Ой, зачем я это взял? Куда же он упал-то? Вот что ли? Вот, ничего, ничего нет, что ли? Так, ну ладно. Здесь все. Пойдем сдадим заданицу. Быстренько.
Как оно называется-то хоть? Так и называется. The Slog Green Skins. Или Green Skin. Green Skins. Все выполнено. Oh, you're still alive. That either means you haven't gone after those super mutants yet, or good news. Good news. Yeah, куда ты? Those super mutants won't be bothering you again. I guess you are the right person for the job, huh? Thanks, friend. By the way, we've decided to support the Minutemen. We've got to help each other if we want things to get better. Ура. Родные пофигу. Ты минутмены. Но все равно, круто же, да? На этом я заканчиваю запись.